Привет! Вы опять на нашем канале. Вы просили снять Айзек. Вот он. Я здесь чуток играл, но мы будем играть за Айзека. За первого персонажа. А по-моему, это не про плохой артефакт. Да, когда, если вы хотите Айзек с модами, то пока он не будет, не надо будет где-то купить, просто целый Айзек за деньги, диск. Он, по-моему, стоит 200. А я снимаю. Да, я знаю. Я им говорю. Ну да, он сейчас снимает, сейчас Арсендер снимает, Лия, потому что он не умеет играть, вот да. И он и снимает. Сейчас я можно скажу, теперь я. Да. Еще напишите в комментариях, сколько нам играть эту серию. И сколько раз играть. 3 раза, 4. 4 версии или 5, я не знаю. Да короче. Или снимать. Что вы напишите, мы снимем, конечно. Да. Я не знаю, если вы захочете Майнкрафт опять, хотя мы только что его снимали. Это я снимаю Майнкрафт, да? Ну, привет, сосед, тоже ты. Да, потому что я тебе даю его снять, хотя я тоже умею, но я тебе даю все-таки, потому что многие игры ты не умеешь играть. Да. Кстати, если вы попросите снять Undertale, то мы снимем. Это что? Это такая игра, где там ребенком управлять, какой упал в пещеру, и там монстры, там можно пройти на геноцид, или геноцид это по-плохому пройти, всех убить, или на пацифиста. Понимаешь? Угу. На геноциде очень сложно. Ну и на пацифисте тоже достаточно. Там 3 концовки в Undertale. Одна у пацифиста, вторая у пацифиста. А у тебя такая есть игра? Да. И еще на геноциде. Да, еще не забудьте, что надо поставить нам лайки, да? Да, и подписаться на канал, конечно. Да. У меня, по-моему, там 10... А как у тебя канал называется? Ну, по-моему, Жора Шахов, я не знаю. Я сильно и не захожу, и не смотрю там. Я редко захожу на свой канал. А снимаю часто. Это первый этаж, потому что бежим, красный, и огонь тоже стреляется. Вот этих улучшили на этой версии игры. Ну, это не полная, конечно, я же диск не купил. Ну, это тоже версия все-таки, 36 версии. Это версия 36. Кстати, плохо видно. Да? Везде как будто кровище. И все красное. Красный экран. У тебя нет. Ну, какая камера у меня на Айзек? Как я снимаю? У меня же много камер. Ну да. И еще извините нас, да? Да. За что вам плохо видно? Да. А вот сейчас видно хорошо. Да. А вот сейчас опять. Я нечаянно бомбу поставил, извините. Это подержи, пожалуйста. Я пока не могу. Остановить можно? Ладно, подержи. Да. Нет, неудобно.
Я неправильно сделал. Ладно, давайте продолжаем. Какашки там. Да. Получай, муха. Это злая, злодюдина муха. Вы поняли, как ее зовут? Злая, злодюдина муха. Они, наверное, играли в эту игру. Или да. Нет? Ну, и некоторые... Ну, игры. Я пошутил, что ее так зовут, ее по-другому зовут. На самом деле. Кстати, это видео можно смотреть старше 5 лет. И каждый день можно, да? Да, но это можно и не говорить. Ну, да. Старше 5 лет. Кому игра это? Это игра? Ну, нет, на самом деле я говорю, что эту игру можно смотреть детям, чем старше 5 лет. Лет. Ну, ну или 7. Ну, и, ну, когда вам будет 5, вам можно это будет. Кстати, еще это... Я говорю? Да. Это еще это. Я хожу в первый класс, но пойду потом во второй. Я сейчас пойду во второй, и Арсений тоже. Ну да. И вот, и когда будет 12 и... Июня? Нет, 12 июля? Нет. Когда в школу мы ходим. 12 сентября. Да, 12 сентября мне день рождения. Я еще, и когда я, наверное, к тебе пойду в гости, и будем снимать, и вы, наверное, меня поздравите. Да, конечно, поздравим. Да. Если вы его не поздравите, то... Тогда мы не будем снимать. То с вас... Много подписок, много лайков. Если вы это не сделаете, то мы не будем снимать целых 2 раза, когда он у меня. 2 недели. Ну да, ты же каждую неделю по одному дню ко мне ходишь. Ну да. А как зайти? А ключ? А ключ мы не достанем, у нас пломбы нету. Это второй этаж, кстати. Оцените это видео. Нам продолжает снимать Айзек, да, да или нет? Еще напишите нам, сколько серий нам надо написать. Да нет, они просто напишут, и мы снимем Айзек. Да, 3 там серии, 4. Сейчас мы скажем... Какие мы сейчас сможем снять? Crossword, Айзек или Майнкрафт? Или этот. Чё? Как его там? Ты говорил. А. Привет, сосед. Да. И еще это, как его там, это, Слендермен? Слендермен, ну мы не будем пока качать. Мы или начнем... Эндермен, я забыл как. Слендермен. А в Майнкрафте Эндермен. Это они... Ты знаешь, что Эндермен это и есть Слендермен? Да. Просто название изменили. Хотя у Слендермена есть тоже такое название. Оно секретное. Ты видишь? Угу. Он не видит. И это еще будет 3-й этаж. Да. А из 6. А ты был в 6-м этаже? Да. Пытался победить маму. Ну такой босс. Мама называется. А, это его, это мама? Да, там нога мамы. А есть сердце мамы, ну и все такое. Ну да, я знаю. Ты понял. Ладно, когда будем прощаться, скажи. Пока не умрем. Это долго, значит. Да нет. Тебя, наверное, не убил вообще. Я уже одно сердце потерял с этими червяками. Они меня убьют. На этой, на 36-й версии очень сложно выиграть.
Потому что здесь по одному артефакту, а не как на 35-й. Там очень много артефактов дает. Ну, по-моему, 35-я, где много артефактов дает. Я не помню. А что это за золотой сундук? Он за ключ открывается. Понимаешь? Угу. А ключ у тебя есть? Да, я его открыл, этот сундук, уже давно. Ты что, просмотрел? Я не видел, я же там в другом. А вы видели, напишите в комментарии. Кстати, у нас сейчас прямой эфир. Да. У нас так... 4-я серия, да? Да. Ну, 1-я серия по Айзеку. Нет, 1-я серия про Майнкрафт. Нет. Это из Айзек игра называется, ты чё? А Майнкрафт я же один. Ты Майнкрафт снимал 3 серии, а сейчас мы Айзек сняли. А когда я еще буду играть в Майнкрафт? А, еще напишите, вы за что голосуете? За Майнкрафт или за FNAF? Нет, по сути, вы... Я говорил, что, за что они могут заколоться. За Айзек, за Майнкрафт, за Привет, сосед. Или за что? Или за FNAF World. Или просто за FNAF. Кроме 5-й или 6-й, да? Появились вот зимой. Ну да, ну давай тогда следующая встреча, до следующей недели. Да. Снимем про FNAF настоящий. Да. Голосуйте 1-ю, 2-ю, 3-ю или 4-ю. А может, мы будем говорить всем пока, потому что надо это посмотреть, за что они заголосовали. Да, я посмотрю. Блин, вот эта комната сложная. Ладно, давай говорить всем пока. Да нет, у меня одно сердце осталось. Ты чё? Я же могу умереть легко. Пол сердца, всё. Всем пока. Всем пока. Всё, нажимай на красный квадратик. Пока.